Хочу предоставить вот вашему вниманию вот такой вот кабель HDMI. Покупал в магазине Тинодиал, полутораметровый. Ну, чем он интересен? Во-первых, это кабель для 3D, да, видно вам, что вот как они пишут, дают для 3D. Полутораметровый 3D, позолоченный вот у него вверх, входы. Вот. Этот кабель предназначен версии этого кабеля 1.4. Вот, они его как бы предназначили для устройств 3D, для видео 3D. Значит, ну, кабель я поменял его просто как обычный HDMI кабель, то есть во всех решениях своих ко всем электронным приборам. В общем-то, можно сказать, по сравнению с кабелем, обычным кабелем, который продается вот простой китайского изготовления, в основном мы покупаем в магазинах. Ну, во-первых, цена, конечно, его побольше, 800, около 1000 рублей. Простенький такой. Здесь, сейчас я вам покажу, открою эту коробочку. Здесь, конечно, кабель немножко другого, более качественно сделан. Да и цена его поменьше, всего 9 долларов, около 10 долларов, 320 рублей вот дают. Вот можно посмотреть сейчас, в данном случае это на сайте, вот его все данные. Вот его цена, вот он такого вот плана. Вот, так что вот, что мы можем, сейчас откроем коробку. Коробочку откроем. Очень сделано хорошо в такой вот коробочке. Они его прислали. Пластиковая коробка. Вот сам вот так вот он уложен. Кабель очень интересный. Толстый такой кабелек. Все остальные как бы в резине, а вот он в какой-то интересной оплетке. Вот у него какая оплетка. Она тут, я даже не понятно с чего. Тряпка, не тряпка, какая-то как пластиковая такая вот. Интересная оплеточка. Ну вот, что он из себя представляет, его вход. Слегка позолоченные они. Так вот, может быть, лучше видно будет. С надписями. Вот. Пробовал я его подключать через Player Duna. У меня Player Duna плюс телевизор панель 42 дюйма. Вот. Качество картинки очень хорошее, насыщенное такое. Простой кабель немножко синевой дает, а этот кабель дает именно насыщенную картинку такую, более-менее цветная. Вот. Поэтому, в общем-то, не пожалел. Ну и цена, как вы видите. То есть, такой кабель версии 1.4, конечно, купить в нашем магазине, он, конечно, будет немного дороже. Может, даже раза в 2 или в 3 даже будет дороже. Ну, по крайней мере, ну, меньше 1000 не будет стоить. Вот такой вот кабель. Толстенький такой, оплеточка. Хороший, конечно. Поэтому я его попробовал. У меня, я покупал их два. Я покупал их два вот для... такого. Сейчас покажу. Для вот такого конвертера. Вот такой конвертер у меня. Тут вот два входа. То есть конвертер из 2D переводит в 3D. Вот, может быть, вам видно вот так, да? 2D в 3D. Вот такая коробочка. То есть здесь вход идет один от плеера к конвертеру, вот такой вот провод, я купил два их, и второй идет уже от него непосредственно к телевизору. То есть только для этих целей я его купил. Ну, не, сейчас не о ней речь, а именно о кабеле, поэтому это я просто показал, для чего я его покупал, для чего он применим. Ну, а сейчас просто использую его как телевизор и видеоплеер Duna.
Очень прекрасное качество, прекрасная картинка, прекрасная. Вот. Ну и опять же, цена кабеля, конечно, естественно, версия 1.4, 325 рублей на сегодняшний день. Я думаю, что это... То есть он того стоит. То есть у меня два кабеля получились даже еще дешевле, чем один кабель вот по ценам наших магазинов. То есть намного дешевле. Так что это я просто показал, если кто-то перед выбором стоит, кому-то вот надо такой кабель, допустим, HDMI. Ну, это 1.5 метра. Здесь 1.5 метра. Не забывайте, что это 1.5-метровый кабель. Поэтому, как говорится, вот он какой есть. На самом деле, вот почти один в один. Так что, пожалуйста, можете покупать в магазине Tinodial. Стоимость его на сегодняшний день $9.90. Пожалуйста.